Синестет – психоделическое, философское, музыкальное, качественное, редкого графического стиля и использующее идеи Гюйтерхира нечто. Финалист Independent Game Festival 2008 в номинации «Лучшая студенческая игра». Как вы уже понимаете, нужно тупо убивать тупых врагов, пытаясь попасть в ритм музыки, смотря периферийным зрением на игровое поле, как в великом Фаренгейте. Также в Синестет есть спеллы в виде карт. А еще после каждого перехода в другую комнату на экране появляется какая-нибудь отличная фраза жизненно-философского толка. Типа «увидеть что-то можно лишь открытым сознанием». Это не обычная игра, это неосязаемое, душевное и живое. Еще лучше понимаешь это, глядя в гениальную концовку, где раскрывается подлинный смысл музыки, схожий с мыслями многочисленных философских, научных и религиозных воззрений. Good.